Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики канала. С вами Найман, и мы начинаем проходить игру Alien Isolation. Так, начнем. В игру я немножко поиграл, чтобы немножечко представить, о чем будет идти речь. Уровень сложности мы выберем средний, так как говорят, что на высоком в игру играть очень сложно будет. Как тут и написано, рекомендуем выбрать этот вариант. Но мы начнем пока на среднем, если что, сменим. Так, тут все, окей, Enter. Оружие все равно, что инструмент, для каждой работы нужно свое. Прибор слежения обнаруживает цели там, куда вы смотрите. Не забывайте о заднем и боковых индикаторах. Это, я так понимаю, корабль, который мы, наверное, должны прилететь, или что это? Последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа — Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас — погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Будет. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может... вам станет легче на душе. Mm-hmm.
Пожалуйста, войдите. Войди. Что, я ничего не нажимал? Продолжить. Окей. Прикольная игрушка. Так. Тут, я так понимаю, можно... О, тут много всяких вкусняшек. Угу. Я так полагаю, там тоже есть. Вот еще один шкафчик открытый. Убираем. Хорошо. Ну что ж, я предлагаю пройтись. Посмотреть, что тут хорошего. Медицинский отсек. Только что разминулись с тобой. Верлин, тебе ведь нужен был штурман. У меня тут друг остался без корабля, и он ищет работу. Я могу за него поручиться с бумагами, у него порядок. Все как обычно, корпорации его выдавали... Выдавили, отобрали всех клиентов, мелкими компаниями все труднее разжиться контрактами. Я сам подумываю о том, чтобы выйти из бизнеса, пока есть еще что продавать. А у тебя дела вроде в порядке. Я заходил в доки, мне сказали, вы только отчалили. Станция Севастополь, ну и дыра. Зато, говорят, Вейланд Юта нехорошо платит. Ну, удачи тебе, как говорится. Разбороться бесполезно, поболтаем, когда вернешься, Блейн. Вот, сейчас мы... Нет, давайте сначала помоемся. А то я после... О, хорошо. После крёсна такой грязный вспотевший. Ох. Тут не женские ноги какие-то. Стряхнём косян. Туалет не работает. Ну вы что? Ну ладно. Вот и здорово. А тут тоже есть такие шкафчики. Забираем все. А тут еще шкафчик. Тоже забираем. Пусто. 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 Хорошо. Пожалуй, сохранимся, чтобы больше не мыться. Интересное сохранение, прикольно, конечно. Так, вот еще шкафчик. Собираемся. Вот мы ничего не упустили. Хорошо, пойдемте дальше. Так, я думаю, пойдем в медицинскую лабораторию. Так, тут у нас что? Шкафчики, ну пойдемте отсюда. А, здесь этот... Или как он там? Шлюз. До этого мы были в кубрике, да? Кубрик. Хорошо. Вот и медицинская лаборатория. Эй! Как у тебя дела? А, что скажешь? Встали пораньше, Сэмюэлс? Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях. Инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный. Анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Прикольно, когда ты разговариваешь с человеком, он прям в твою сторону смотрит. Сделано довольно неплохо. Так, тут вроде бы нечего брать.
Пойдемте-ка мы посмотрим. Угу. Это что такое? Планшет? Дайте мне планшет. Куда-то пропал планшет. Что такое? Ладно. Ух. Как резко-то свет включается. Ну-ка. Давайте посмотрим, кто тут что ремонтировал. Инструменты какие-то лежат. Так, а мы тут были, да? А, пойдемте дальше. Эй! Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. Вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Хорошо, зайдем на мостик. Так, мы пока посмотрим, что тут. Тема инцидент с Настрома, Вейланд, Ютани, файл номер... Так, не будем. Тейлор, я получил твой запрос, чтобы раскопать нужные файлы. Потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию, так что всех подробностей я не знаю. Ой, не туда. 2122 году грузовое судно Настрома, принадлежащее корпорации Вейланд Ютани, пропало без вести. Груз и экипаж впоследствии так и не были найдены, за исключением нового научного сотрудника. Все члены команды уже давно работали вместе, всего на борту их было семеро. Даллас – капитан, Эш – научный сотрудник, Кейн или Каин – первый помощник, Рипли – лейтенант, Ламберт – штурман, Паркер – главный инженер, Бретт – инженер техник. Вейланд Ютани потеряли на этом кучу денег. Пропажа корабля стала для них настоящей катастрофой. Я так понял, они не любят вспоминать об этом случае. Короче, я постараюсь попозже раздобыть файлы, чтобы прояснить кое-какие моменты. Если хочешь, могу помочь тебе с ними разобраться. Может, твоя везучесть и на меня перекинется. Я слышал, начальство хочет поручить тебе что-то крупное. Сол. Хорошо, грузовой манифест. Ну, понятно. Доставка поисковой группы корпорации Вейланд Ютани на станцию Севастополь и обратно. Буксированный корабль модифицирован для перевозки пассажиров и грузов, оснащен космической коммуникационной антенной и анабиозной камерой. Имеется действующий буксировочный вал повышенной прочности. Ну, хорошо. Так, я думаю, нам стоит пойти. А тут какие-то вкусняшки есть еще, да? Забираем все. Так, давайте-ка для уверенности еще раз все пройдем. Возможно, мы что-то забыли. Там мы были. Тут мы были. Здесь очень много секретных ящичков можно найти. Отсюда мы пришли. Да, и тут я что-то больше ничего не нахожу. Так, тихо, мы его выключим. Тут ящички я все проверил. Хорошо. Хорошо, можно идти вперед.
задерживаться. Пойдем вперед. Может, на мостике чего-нибудь найдем. О, окей. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Так, вот ты инструктаж набираем. Можно взглянуть? Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер KKM7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Мы никого не знаем. Сэр, это Торренс. Повторите, вас не слышно. Меня Торренс не слышит. Как слышите, прием. Меня не слышал. Торренс, как слышите, прием. Похоже, со связью там полная беда, но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Вы слышите меня?
прячемся. Игру, если рядом враг, терминал вас предупредит. Хорошо. Так. Так. Пойдем посмотрим. Нету выхода. Пока станция не примет нормальное положение. Понятно. Пора валить с этой станции.